Итак, вот пришел утеплитель и гидроизоляция вместе с пароизоляцией. Одна машина. Еще приедет в течение дня вторая. Вот, используем утеплитель Rockwell Lightbuds для утепления стен каркасного дома. Вась, помогай разгружать. Привет. Помогай разгружать, елки-палки. Смотрю, уровень, ты сегодня вооружился конкретно. Я вообще вооружен и очень опасен. Конкретно. Ты что там, уровень будешь стойки мерить? Все буду мерить. Вообще все измерю. То, что возможно и невозможно. Ну ты даешь, ну ты монстр. Большой уровень взяли. Добрый день, с вами вновь Кровмонтаж. Мы продолжаем наш проект «Строим каркасный дом» вместе с компанией Кровмонтаж. Сегодня третий день нашей стройки. И, пожалуйста, посмотрите на результат. Как вы видите, крыши больше нет. Мы еще сейчас наверх туда поднимемся. Поставили в уровень боковые стойки. Значит, натянули шнурки. И сейчас будем мы каркасить. Делать каркас шириной 58 сантиметров. Вот, из доски 200 на 50. Завезли утеплитель, который, да, больше, чем дом, получился. Не, сейчас на самом деле и вторая машина приедет. Только одна машина приехала. Здесь утеплено должно быть по высшему разряду в 200 утепления миллиметров и потолка, и стен, и кровли, фронтонов и так далее. На самом деле утеплитель — это как масло, маслом кашу не испортишь, так и утеплителем каркасный дом. Ну что, пойдемте тогда наверх, посмотрим, что там происходит. Вот мы зашли с другой стороны дома, где был кирпичный фронтон, кровли. Вот мы его перфоратором, этот треугольник фронтона, пол кирпича снесли. И это, ребята, еще будем заказывать контейнер для мусора. Эти кирпичи будем выбрасывать. Видите, вот соорудили временную кровлю, потому что сейчас, конечно, мешают нам дожди. Почему-то снег пошел в конце апреля, но не важно. Вот ребята на ночь укрывают пленкой, дабы, потому что первый этаж все-таки там, у него кое-какая отделка, обшит вагонкой, чтобы осадки не попадали. Электрика, опять же. Ну да, электрика, чтобы короткого замыкания не было. Вот, и накрывают временно. Вот, как я говорил, выставили боковые направляющие, ну вот, в уровень. И сейчас 4 точки. Сейчас будет ставить каркас. Сейчас поднимемся наверх, и я покажу там именно детали и подробности. Вот она, наша временная кровля. Укрывается на ночь, чтобы ни одна капелька вниз не протекла. Да, это пока мы производим работы. Временно, все. Это временно, но нужно. Все, что временно, это постоянно. Вот помимо, вот вагонка подшита. Смотрите, вибрация. Видите, вибрация. Чувствуете? Да. Вот, а это капитально, вот кухня, видите? Вот он, груз. Момент. Все, по нему стучу, вот он. Да, как раз кухня, вон она. Вот. Это все надо разбирать, то есть одна подпорка будет здесь, на ней. Вторая идет до подвала, в углу туалета. Да. Кухонной перегородки, на нее же ставится. Вторая, мы будем в санузле разбирать угол, опираться на плиту и на этот уровень. На нем лежат 150 баллов, 150 на 50. И второй ряд подпорок — это по капитальной стене вот комнаты, где, так сказать, ребята располагаются. И все. То есть я сегодня Елене вышлю план поэтажный и с привязкой размеров этих подпорок, чтобы с планировкой вы уже там понимали. Вот этот кирпич, да, вот этот груз вот идет, да? Да, не, ну это... Так, смотри, там еще дальше груз как не идет. Да, это уже, это ваша комната, вот, она капитальная. А вот это, я так понимаю, пристройка была уже. Да, видите, вот этот груз,
Вот, были вопросы. Забит, он отдельно... Та стена, которая изначально оказалась капитальной, она оказалась не капитальной. Да. Вот таким макаром. И вот уже контуры вашего, это будет у вас, скажем, потолок еще где-то 10, плюс 10 сантиметров. Угу. Еще и будет потолок. Поэтому все происходит в режиме онлайн с заказчиком. 10-сантиметровую пойку соединили. Вот такие... Вот такие пироги. Вот ваша реальная стена. Угу. Вот видите, вот этот сик, да. До сик. Угу. Вот от сик до сик. Это мы можем тоже утеплителем заполнить. И куда там мы еще фанилу? Ну. Итак, подытожим сегодняшний день. Нашего проекта «Строим каркасный дом вместе». Ребята, как я говорил, продолжают монтировать стойки каркасной стены. Но сегодня лично мы встречались с заказчиком и решали, потому что такой момент, у нас получается, должны быть подпорки на втором этаже. А подпорки — это, естественно, ну, препятствия, и надо учитывать, ну, с будущей планировкой, чтобы эти же подпорки являлись стенами помещений и комнат. В общем, мы обсуждали вот эти моменты и, так сказать, пришли к единому решению, где должны быть вот эти подпорки. Одна из них будет проходить сквозь первый этаж, потому что, как я в предыдущей серии вам говорил, пол и потолок первого этажа, а пол второго этажа очень в одном месте из-за гостиной, которая находится на первом этаже без подпорок, она очень такое... Провисает он. Да, имеет провисание, говоря. И опирать на него подпорки второго этажа нельзя, да. И мы обыгрывали эти моменты. Вот. Ну, в принципе, на этом моменте сегодня день, я думаю, несколько дней мы будем продолжать монтаж стен из каркасных, из доски 200 на 50, и затем будем воздвигать потолок с подпорками. На этом я хочу с вами попрощаться. С вами был Мороз Алексей и оператор Василий. И значит, смотрите, что, если кому непонятно, кто только что присоединился, смотрите, что было в предыдущих сериях, и обязательно ждите следующее. Обещаю, вам будет интересно. До встречи.